Привет-привет, ребятки! С вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятульки, хотел бы вас порадовать обновлением, но, к сожалению, обновления нету. Жесть какая-то, я не знаю, где оно делось. Видать, что-то там разрабы еще не доработали. Короче, обновления нет. Вот так вот. Ну, простим их за это, подождем еще. Я не знаю, сколько, правда, ждать, но, в общем, подождем. Так, что же, ваши составчики буду сейчас играть. И первый составчик, я смотрю, из ВК, из ВКонтакте, да? Кирилл Кутенев. Твой состав будет первым. Так, Рафы, Раф мультик, видение, ролевой, классический и оригинальный. Окей, давайте определимся, в какую главу пойдем. Давайте пойдем во вторую главу, в нее давненько не играли. На Криса Брэдфорда пойдем. Так, Кирюха Кутенев, что ты там, всех Рафов, да? Раф мультик. Оригинальный. Оригинальный, это черно-белый, да? Да. Так, будем сейчас его искать, в общем. Вот он, оригинальный. Ролевой там был? Был. Потом, кто там? Классический, видение и мультик. Классический, вот он. Есть классический, видение и мультик. Мультяшкинский, который, вот он, мультяшный Рафчик. Все, погнали. Против вообще мелюзги пошел, да? Седьмой левел, враги, ну потому что нужно побыстрее. Ну вот, хороший ударчик. Черепандеры, давайте, полетели черепандеры. Чьи-то черепа, мне интересно. Каких-то, может, врагов, да? Врагов Рафа. Так, теперь давайте массовую от Рафа классического. Она тоже хороша. Остудили этих работишек, у них там все позамыкало, мне кажется. Все их не микросхемки. И теперь вот такой ударчик от Рафа. Есть, отлично, атака хорошая. Так, ребятки, все. Бегу в YouTube и смотрю. Составчики из YouTube. Люся Шетская, твой составчик. Шреддер, Сплинтер, Нейтрализатор, Лео Видение. Подойдет. Так, куда бы помчаться теперь, да? Давайте, не знаю, в шестую главу, допустим, только в нормальный эпизод. И вот сюда. На рок садит советского. Так, кто у нас там? Шреддер, Сплинтер, да, был, по-моему? Если не ошибаюсь. Нейтрализатор и Лео Видение. Нейтрализатор, где же ты? Вот он. И Лео Видение. Эх, ну когда разработчики сделают в два ряда, да, ребятки? Чтобы можно было выбирать персонажей в два ряда. Было бы реально намного быстрее. Это же вроде, мне кажется, это не так сложно, да? Сделать было бы. Но, блин, было бы реально круче. Было бы быстрее их искать и все такое. Выбирать. Так, ладно, мчимся в бой дальше. Ну давайте вот этот. Атаку от Лео Видения. Гляньте, два остались. Два самых таких живучих. Вы что, выжившие думаете? Нифига. Нифигарики подобного. Хана вам. И, ребятки, третья волна. Видите, Шреддер такой чуть на шпагат не сел. Шустрый Шредди. Давайте вот эту атаку используем. Она отличная. На тебя. Супер. Да, ребятки, хочу передать привет Даниилу Сниткову. Просил парнишка. Вот, передал. Вот. Так, что там? Остался один Рокстеди советский, да? Давайте вот такой телепортация. Чмяк! Вы видели, как он умеет? Вот это крутой нейтрализатор. Редко его берут в бои. Но на самом деле он крутой. Не знаю, почему так происходит. Так, ладно. Собрать. Собрали. И следующий составчик у нас, ребятки. Владимир Деулин. Сделай, пожалуйста, состав. Иван Стиранко, Эйприл, Лео Мульт, нейтрализатор и Хан. Надеюсь, мой составчик попадет в видео. Да, Владимир Деулин, твой составчик попал в видео. Вот так вот повезло тебе, ребятки. Поэтому не отчаивайтесь, если ваш составчик не попал. Продолжайте писать, и обязательно когда-нибудь вам повезет. Вот так вот. Так, ну что, давайте искать Ивана Стиранку. Где наш Ванек? Ванек. Ивашка под Простоквашкой. Где ж ты? Вот он, Ванька. Потом Эйприл, Лео Мульт. Ой-ой-ой, чё ж я всех пропустил-то, да? Эйприл есть. Эйприл, о, Нил. Лео Мульт. Леопольд какой-то, да? Потом Леонид, как кто-то писал. Дальше. Нейтрализатор и Хан. Ух ты, гляньте, нейтрализатора стали прям выбирать. Он не был таким популярным. А теперь прям что-то стали его брать в бои. Нормально, ребятки, молодцы. Нейтрализатор, потому что крутой, действительно. У него ударчики всякие прикольные, массовая есть. Так что выбирайте его, не пожалеете. Так, начнем с Хана. Он начинает первый. Давай, с ноги ляп только, да?
Так, теперь Эйприл его поддержит тоже. Хача. Хачапури Кинз Мараули. Вот такой вот она делает, да? Лео добивает. И остались два пулеметчика. Истиранку убьет, да? Да. Я в нем тоже не сомневался. Он как Раф тоже такой. Мощный парнишка. Суровый. Так, ну чего, давайте их немножко загипнотизируем, да? Давай, Хан, врубай свою гипносилу, свою защиту. Гляньте, они держатся за головы. Чего вы держитесь за головы-то? Раньше надо было думать. Вот, сейчас еще Эйприл тоже нормально сделала. Так, давайте атаку торнадо, да? Или шторм от Лео. И третья волна у нас, ребятки. Красивые пейзажики, да? Тут опять эти махназады. Давайте начнем вырубать. Ух, нет, нужно робота вырубить. В первую очередь. На тебе, получай, получай. Ух ты, не добили. Так, ну ладно. А чего? Ну Иван точно добьет. Просто нужно с роботом первым расправляться. Потому что... Давайте вот эту включим атаку. На, отлично. Вы видите, какой крутой нейтрализатор. Просто супер. На, и Хан тоже молодец. Так, Эйприл. Ну Эйприл не добьет. Ух ты, вы видели? Эйприл стала крутой, разошлась, вымочила с первого раза этого гада. Так, все, ребятки, все рады, все довольны, все прыгают. Мы всех победили. Так, следующий составчик, ребятки, буду смотреть. Да, Кирюха Кутенев, привет тебе, попросил передать. Я что-то не сразу прочитал его комментарии. Ой, а еще он хотел, чтобы я пошел на босса Кренга Большого в нормальном режиме. Ну, Кирюха, ну ты бы сразу написал бы в одном сообщении все это. Ты написал тремя разными сообщениями, я ж так... Я ж так не читаю. Ну даешь. Ладно, сорямба, ну будешь в следующий раз знать, как надо писать правильно. Так, ребятки, и следующий составчик у нас будет... Читаю, секундочку. Сергей Фролов. Только Сплинтер и Черепашки-ниндзя кино. Сергей Фролов, только Сплинтер и Черепашки Ниндзя кино. Отлично, давайте пойдемте на Крысиного Короля. Сплинтер есть, Черепашки Ниндзя из кино. Вот он, Лео. Серега Фролов, твой составчик. Донни, Равчик и Майки. Где наш весельчак? Чак-чак, весельчак, погнали. Так, там нас белконоиды ждут, враги, да? Вражины такие. О, это ночь в лесу. Бегают. Тут крип где-то, по-моему, должен быть, да? Бегать. По-моему, серия такая. Из той серии, я смотрел мультик про черепашек, да? И в какой-то серии там было так темно тоже, и там крип появился потом. Ух ты, жуткая серия была. Так, гляньте, какой живучий таракашкин. Все, вынесли его. Бежим дальше. Бежим режим. Так, белконоиды, крысинды тут. Давайте в белконоида... Залупим мечом. Почему бы и нет, да? На тебе, шмяк. Ух ты, живой. Так, ну Сплинтер добивает по любасику. Давайте вот эту удар возьмем, да? Отличный удар, он хороший, да? Да. Я не сомневался. И смотрите, третья волна, тут у нас крысиный король, паукус. Вот этой сейчас фигней их обольем какой-то. Фиолетовый дымком каким-то. О, и бабушкин холодильник. Держите, вот все, победили, отлично. Так, Дима Казанов, твой состав будет следующий, иди на Ирму в сложном режиме, мой состав. Вот, видишь, Кирилл Кутенев все в одном сообщении написал, я сразу прочитал. Так, иди на Ирму в сложном режиме, давайте сразу выберем Ирму, где наша Ирма. Вот здесь она, сложный режим, а теперь давайте посмотрим, что же за бойцы там должны быть. Мой состав. Бибоп фильм, Собакин и Донни фильм, и Сплинтер, и Шреддер. Так, Донни фильм оставляем, Сплинтер, Шреддер берем. И кто там еще? Собакин. Ууу. Че, Собакин и все, что ли? Это мало. На Ирму и в сложном режиме. Так, прочитаю еще раз. Бибоп фильм еще. Бибоп фильм, ребятки. Вот Бибоп фильма я... Пропустил, по-моему, да? Да, 5 бойцов. Ну, это уже так нормальный составчик. Нормально. Так, где же Бибофильм наш? Так. Вот он, кабась. Кабась, здоровась. Ух, ребятки, сейчас будет очень суровый бой, мне кажется, жестяк. Потому что
на Ирму, да еще и в сложном режиме. Так, давайте. Шредди, зови, зови своих корефанщиков. Вы видите, сложный режим. Даже не вынес волну, хотя обычно они так выносят сразу. Ну, тут, конечно, 73-й левел. Не все так просто. Они, смотрите, начинают атаковать Бибопа нашего. Нашего Бибоньку. И он, у него ж фиолетовый дымок какой-то идет, да? От него. Что-то с ним не то. Что-то он плохо пахнет, что ли. Ну, вы видите, фиолетовый дым от него идет. Неспроста это. К чему бы это? Что-то случилось с ним. Ладно. Надеюсь, сейчас это пройдет. Скоро он как-нибудь там подлечится. Гляньте, какой неубиваемый этот мелкий гаденыш. Так, все, вторая волна, ребятки. Бежит вон Бибоп наш, хвостиком мотыляет. Все, прошел у него этот ядовитая какая-то фигня. Так, вот тоже фиолетовый дымок. Нормально дамажит, да? Хорошая атака такая у Дони. Так, ну Собакин, давай. Ух ты, блин, роботы, только не лечитесь, не лечитесь. Не вздумайте лечиться. Так, Шредди, давай, давай, давай. Блин, не вынес, вы представляете? Только бы роботы не лечились, это будет очень-очень плохо. Ух ты, смотрите, что Сплинтер делает. Молодец, красавчик. Так, теперь у нас с наших всех бойцов фиолетовый дымок идет. Чего-то они все, блин, стухли, что ли, не знаю, протухли. Побережем хорошие атаки для Ирмы, а покамись придержим их, да? Ну, вот этих мы запросто добьем и так обычными ударами. В принципе, думаю, ничего сложного не будет. Да, вот есть. Отлично. Ох, Дима Казанов, ты задачку мне задал, да? Вот, ребятки, вот наша Ирма. Сейчас будем ее метелить. Ну, а что с ней делать? Не смотреть же на нее, правильно? Так, и начинаем супер удары показывать свои. Да-да-да, Бибоп, давай. С локтя ее тресь. Отлично. Так, она что там пытается отбиваться? Давайте шустрого Шредди включаем. Давай, давай, лети. Слабо, действительно слабо. Давайте вот током шибанем. На тебе. Вот, отлично. Так, и теперь плечом Собакиную как двинет. Пойдет. Смотрите, ее уже колбасит, видите? Она уже такая думает, что мне делать? Зачем я вообще нарвалась на них? Так, ну пытается что-то там отбиваться, конечно. Давайте подлечим Шредди. И всех остальных, в принципе. Почему бы и нет, это пригодится. С тремя звездами было бы неплохо закончить, да? Надеюсь, это получится. Так, это что там, Дони нам критический удар усиления, отлично. Давай, Собакин, жги, твоя очередь. Молодец, молодец. И Бибулькин, давай, Бибушка, молодец, давай, давай. Есть, ребятки, победа, чистяк. Три звезды, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, а я пока не смотрю следующий составчик. Серега Фролов написал. Черепашки-ниндзя, кино и Сплинтер. Блин, сорямба, Серега Фролов, но такой составчик был вот буквально недавно. Так, смотрим, следующий состав. Георгий Семенов пишет. Так, только меняем, давайте поменяем главу. Где попроще немножко пойдем. Допустим, мою любимую четвертую, не знаю, что она у меня любимая. Вот сюда, допустим, пойдем, нам будто геноида. И Георгий Семенов пишет. Лео фильм, Кейси мульт, Кирби мышцы. Кирби мышцы мне понравилось. Кирби мышь, наверное, он имел в виду, да? Кирби мышцы, Эйприл мульт, Шреддер. Так, ладно. В общем, Шреддера берем. Шреддера? Кто там? Лео фильм. Я хотел уже Лео мульт выбрать, да? Так, Лео фильм есть. Дальше. Кейси мульт. Сейчас, ребятки, он где-то рядышком, я знаю. Кейси мульт есть. Кирби мышь и Эйприл осталось. Прям вся семья в сборе, да? Кирби мышь и Эйприл. Кирби мышь — это ж отец Эйприл, только когда он мутировал. Может, кто-то из вас не знает еще. Кто-то, может, новенький на моем канале. Давно не, или не видел никогда черепашек-ниндзя. В общем, если кто не знает, это Кирби мышь, это отец Эйприл, он мутировал. На него попал мутаген, и он превратился в Кирби мышь. Но потом, правда, Донни его спас. В общем, черепашки спасли его. А Донни спас тем, что он изготовил ретро-мутаген. Вот так вот. Вовкин шарит. И все это благодаря вам. Благодаря вам, мои подписчики. Мог бы поставил бы вам всем лайк. Ну,
не могу. Но у вас есть возможность, кстати, поставить лайк мне. Прямо вот сейчас, все дружно, кто видит это видео, возьмите и поставьте лайк. И вам хорошо, и мне приятно. Вот так вот. Так, ну что, мы победили. И давайте следующий составчик. Мой состав, Кирби Мыш написал. Мой состав, все видения и Кирби Мыш. Ну вот такого составчика еще не было. Все видения и Кирби Мыш. Отлично, подойдет. Тем более, видения это мои любимчики. Моя любимая команда. Так, так. Где тут только они, эти видения все? Видения, привидения. Вот, вот он, Лео. Что там еще нам надо? Что нам-то надо? Вот он, Донни. Донни на батоне. Или на балконе. Раф и Майки, все. Все готовы. Все в сборе. И Кирби Мыш. Я не знаю, что там Кирби Мыш затесалась в этом составчике. Но, видать, нравится кому-то вот этот персонаж. Ну, в принципе, да, что он довольно-таки неплохой. Он хилер. Может лечить. Вот, но пока нам это не нужно. И есть у него такая вот крутая атака. Ночная мышь. Вот, видите, вышиб с первого удара. Так, ладно, Рафчик добьет эту волну. И у нас, ребятки, третья волна тут мутагеноид. Ух, монстр с здоровыми ручищами, да? Давайте белок на них натравим. Пускай погрызут им их не орешки. Все, отлично, победили. Так, ребятки, переходим в ВК. И дальше, дальше, дальше. Кирилл Лукьянов пишет. Передай мне, пожалуйста, привет. Привет тебе, Кирилл Лукьянов. Привет, и сходи, пожалуйста, моим составом. Данили Алмикиров Растаки. А есть? Что это такое? Что это? Передайте, передай мне привет. Привет, и сходи, пожалуйста, моим составом. Данили Алмикиров Киров раз тире таки есть. Я вообще не понял. В общем, Кирюха, привет тебе. В следующий раз пиши сообщение как-то более-менее, чтобы я разобрал его. Вот. Вот, вот, вот. И Паша Логвинов. Логвинов. Следующий составчик будет твой. Так, сейчас я удалю Кирилла Букьянова сообщение. Ну, какую-то ерунду написал. Честно говоря. Без обид, Кирюха. Ну, как-то в следующий раз повнимательнее. Так, Паша Логвинов. Так, Дима Казанов, тоже его состав играл, тоже удаляю. Паша Логинов еще не играл. Серолевики и железоголовы. Ну, это серолевики и железная голова, значит. Пойдемте вот сюда на железную голову, кстати, как раз. Серолевики, вот это тоже прикольно. Прям всеми ролевиками я тоже давненько не играл, очень давно. Вот он, Майки, мне нравится он. У него есть мешочки, волшебные мешочки, которыми он так пуляет отлично, что все прям, ну, массовая атака, что все прям разлетаются в разные стороны. Так, чего там, где еще остальные ролевики? Все ролевики и железная голова. Железная голова есть? Где Донни, где Раф? Что-то я не понял. Пропустил я. Ничего себе, вот это да. А, вот, вот он, Раф. И Донни, наш Гендальф. Гендальф, что-то я его сразу не заметил. Пропустил, ну ладно. Не страшно. Так, дождяра, дождяра. Кстати, ребятки, у нас такая погода, уже третий день туман, представляете? Третий день это чертов туман, блин. Надоел уже, честно говоря. Сыро как-то так. Мрачно. Дождя нету, но вот именно туман, он именно немножко начинает уже бесить. Напишите, как у вас погода. Смотрите, как железная голова резво скачет, да? Такой ручками-ножками. Чук-чук-чук-чук. Прям бежит такой, в припрыжечку, можно сказать. Молодец, красавчик. Так, мы продолжаем, ребятки. Давайте постреляем присосочками, да? Так, и третья волна у нас, ребятки. Третья волна, тут у нас собаки нас ждет. И всякие вот эти вот... И всякие бяки. Собакин и всякие бяки. Так, вот это что за... Ух ты! Индючий какой-то призыв, да, получил? Давайте... Постреляем глазками. Биоу. Во-хо-хо. Это массовая была. Отлично, я уже и забыл. Так, победа. Все, ребятульки, на этом будем с вами прощаться. Вот. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Давайте наберем под этим видосиком 500 лайков. И как только они наберутся, то прям я сразу же запилю видос по черепашкам. Ну вот буквально в течение, там, не знаю,
Прям сразу-сразу. Вот. Так что делитесь моими видосиками в соцсетях. Обязательно рассказывайте о моем канале друзьям. И не забывайте, что на канале идет конкурс на 15 тысяч подписчиков. Будет 3 победителя, каждый из которых получит по 500 рублей. Вот так вот, ребятки. Все. С вами был Вовкин. Пока-пока.